Ну что, прошло время, напитчик заморожен. Будем дегустировать. А, тянется. А запах приятно. Прям очень. Даже каким-то медом вроде отдают. Пьется очень мягко. Друзья, приветствую вас. Значит, предыстория у нас на стойке. Видео я не успел снять, когда ставил. Но это не страшно. Значит, там был килограмм инжира. Друзья ездили на юг, привезли мне сладкий инжир. Вот. Решил поставить на стоечку. Залил там литр с копейками сортировочки. 41 градус, по-моему. Вот так вот. И решил попробовать, что получится. На самом деле вышла вещь изумительная. Вот. Сейчас еще отстаивается. Ну, на первый взгляд, шикарная. Друзья, прошел месяц. Даже чуть больше. Я вообще забыл про инжир. Сейчас наткнулся. Смотрите, как отстоялся. Цвет просто бомбический. Сейчас будем скрывать, фильтровать буду с помощью насоса вакуумного, как раз его испытаем. Сначала перельем. Сейчас понюхаю. Вот вначале был резкий запашок, чуть-чуть проветрился, надо это какой-то сладостью. Это уже радует. Опа, крышка-то лопнула. Сейчас. Чистый эксперимент был. Решил попробовать. Почему нет? Жир был очень сладкий, медовый. Так. Вот запах уже меняется в лучшую сторону. Даже уже чуть на вкус хочется попробовать. Ребята, ягоды выкладываю в салфетку тряпочную и в отдельную емкость отжимаем. Это упрощает фильтрацию. И причем из этого мы оттаскиваем весь спирт. Ну, уже не спирт, а алкоголь. Настоечку нашу. Смотрите, вот так вот отжал через салфетки. Ну, грубо говоря, полотенце. Практически ноль потерь. Рекомендую. Использую вот такие обычные полотенца для рук, одноразовые. Вполне даже удобно. Ну что, пробуем. Поставил один ватный диск для начала. Вот такой насосик. Друг с группы посоветовал, с Англии,
Тада зовут, у нас в группе в Телеграме. Он свои напитки фильтрует. Ладно, дождемся. Где-то какой-то подсос, а где понять не могу. Что-то не может засосать. Что оказалось, очень много мякоти и забило отверстие. Сейчас ставил ватку. Вначале я пропущу через ваточку, потом еще пару раз через засочки. Шикарно. Пришлось сменить 3 ватки 3 раза. Первую банку перегнал. Сейчас поставил уже 2 диска и вату. Очень много слизи в инжире. Так что будьте готовы к этому. Ну, сейчас уже струечка бодрее идет, видно. Ну вот, отфильтровал. Шикарно. На вкус пока ничего не могу сказать. Сейчас перейдем в графинчик. Отправим в морозилочку и продегустируем обязательно. На запах, ну, прям шикарно. Ну, непонятно прям, чем именно пахнет пока. Пробничек поставим в морозилочку. И увидимся на дегустации. Ну что, прошло время. Напитчик заморожен. Будем дегустировать. А, тянется. А запах приятно. Прям очень. Даже каким-то медом вроде отдают. Пьется очень мягко. Прям как ликер. Есть горчиночка. После вкуса чуть-чуть, а так сладковатый. Ну, я думаю, он должен еще отдохнуть чуть-чуть, недельку. Ну, в принципе, если добавить фруктоски или декстрозы, то это будет шикарный напиток, ребята. Надо экспериментировать. Кому понравилось, подписывайтесь, пожалуйста. Мне будет очень приятно. Ставьте лайки, комментируйте. Если кто-то делал на инжире и как делал, расскажите, пожалуйста, в комментариях. Поделитесь. А запах приятно. Прям очень. Даже каким-то медом вроде отдают. Пьется очень мягко. Прям как ликер. Есть горчиночка после вкуса. Чуть-чуть.
а так сладковатый. Ну, я думаю, он должен еще отдохнуть чуть-чуть, недельку.